Через 18 месяцев будет запущен самый мощный на сегодняшний день спутник наблюдения Земли Инверсат. Он представляет собой еще одну веху в стратегии ИКАО по разработке спутников для наблюдения за нашей планетой, начатой 20 лет назад. С тех пор ИКАО запустила 7 метеорологических и 2 экологических спутника и создала сеть наземных объектов, предоставляющих подробную экологическую информацию о нашей планете 24 часа в сутки. Всего за 2 десятилетия Европа стала лидером в области создания и эксплуатации спутников для прогнозирования погоды и мониторинга окружающей среды. Миссия Envisat знаменует собой начало реализации программы «Живая планета», программы ИКАО по наблюдению Земли на 21 век. Envisat — это самый большой спутник наблюдения Земли, когда-либо построенный, вмещающий 10 приборов на огромной 8-тонной модульной платформе. Его приборы послужат стимулом для развития новых областей исследований, особенно в области атмосферных наук и морской биологии. Они откроют новые возможности оперативного применения информационных продуктов и обеспечат непрерывность передачи данных, жизненно важных для пользователей других экологических спутников ИКАО. ИКАО приступила к разработке спутников в 60-х годах прошлого века. В то время снимки Земли, сделанные из космоса, захватили воображение публики. На них были отчетливо видны погодные условия, особенности поверхности океана и суши. Ученые в Европе осознали огромный потенциал космических наблюдений для улучшения метеорологических служб. Был разработан спутник Meteorsat. Первая медиасеть была запущена в 1977 году и автоматически фотографировала окружающий мир каждые полчаса. За ней последовали еще 6 снимков. Их изображения изменили подход к прогнозированию погоды. Сегодня ни один метеорологический центр не стал бы работать без спутниковых данных. Серия спутников Meteorsat второго поколения уже находится в стадии разработки. В течение 80-х годов интерес к мониторингу окружающей среды возрос. ИКАО разработала спутник нового типа ДЗ, или Европейское дистанционное зондирование Земли. В 1991 году была запущена программа Machine One. Система Machine наблюдает за особенностями поверхности суши, моря и льда по всему миру. В ее революционной конструкции используются радиолокационные приборы. Наблюдение можно проводить как днем, так и ночью, потому что радар обеспечивает собственное освещение. Радиолокационные приборы, которые также будут использоваться на спутнике Envisat, проникают сквозь облачный покров и обеспечивают получение изображений в любую погоду. Мониторинг тропических лесов и сельского хозяйства ведется в глобальном масштабе. Второй спутник Machine 2 был запущен в 1995 году. У него есть аналогичные приборы и дополнительное устройство, которое контролирует атмосферу. Это устройство отслеживает ежегодное разрушение озонового слоя на Южном полюсе и обнаруживает тревожные аномалии озонового слоя в Северном полушарии. Наблюдение за колебаниями холодных и теплых океанских течений, связанными с климатической аномалией Эль-Ниньо, были проведены с беспрецедентными результатами. Эль-Ниньо вызывает радикальный сдвиг в региональном климате. Последующий поздний приход муссонных дождей, а затем экстремальные наводнения и опустошение посевов попали в заголовки новостей. Работая в тандеме, два спутника ДЗ используют космическую радиолокационную интерферометрию для обнаружения топографических изменений и создания точных трехмерных моделей рельефа гор и ледяных покровов. Теперь можно получить трехмерную карту мира с точностью до 10 метров.
Компания Envaset продолжит эту новаторскую работу в дальнейшем. Половина ее приборов аналогична приборам, используемым в системах дистанционного зондирования Земли, но усовершенствование обеспечит большую точность разрешения. Три новых прибора, недоступных ни на одном другом спутнике, позволят получить огромное количество новой информации о физике и химии атмосферы. Атмосфера наряду с океанами является одной из движущих сил изменения климата. Но для выявления тенденций необходим долгосрочный мониторинг. Компания Envaset продолжит работу, начатую компанией Machine, но на новом уровне сложности. Компания Envaset улучшит регулярный мониторинг наводнений, оползней суши, землетрясений или извержений вулканов. Следовательно, компания Envaset будет играть все более важную роль в смягчении последствий стихийных бедствий. Компания Envaset также будет предоставлять информацию защитникам окружающей среды. На саммите по проблемам Земли в Киото в 1997 году правительства европейских стран взяли на себя ведущую роль в борьбе за охрану окружающей среды. С помощью спутника Envaset и программы ЕКА «Живая планета» политические лидеры Европы получат информацию, необходимую для оценки последствий своих решений. Таким образом, в новом тысячелетии компания ИСА продолжит новаторскую работу, начатую 20 лет назад. Компания Envaset обеспечит приверженность компании ИСА заботе о Земле.